начался коронавирус. Моя мама и я, мы как бы далеко от Куршевеля. И почему вот им именно столько досталось? Она говорит: Надя, конечно, ты смелая девушка. Костюк или Меладзе? Он уже мне большего дать не мог. Когда мы убегали, там, впрыгивали в какую-то газель. Так девочки вам дали? Вы делаете. Соблазнов было очень много. Встречаться с ребятами, беременеть. Выходить на сцену и чувствовать абсолютное опустошение. Костя, я вернусь. Вот куда петельку подцепить? Я так. Да, а, давайте. Да. А я еще все сделаю. Надежда, может, чай, кофе, водичку? Чуть-чуть, да. Да, что-нибудь. Ее. Здесь. Кофе. Ботинки офигенные. А вы что-то, Наталья? А сзади у вас... А я уже только что выпила кофе, поэтому я уже ничего. Комфортнее здесь. А давайте капучино. Mm-hmm. Я сейчас найду. Давайте, я помогу. Не переживайте, все нормально. А, в принципе, мы же будем танцевать не будем. Мы уже прям... Кто его знает, может, и станцуем. Фига. Ну, если станцуем, тогда возьму в руки. Не-не-не, положите, мы не будете вставать. Ага, хорошо. Сейчас на вас. Сейчас, сори, тут момент. Все, Ромчик, я просто с производства, и меня... Я вся, обычно этих в нитках прихожу. А у вас есть свой же бизнес, да? Который вот как непосредственно связан. А расскажите, вот это сейчас на вас, это ваше? Угу. Класс. Очень красиво, кстати, спасибо. Говорю. Так, а бутик тоже есть же? Ну, такой, да. Шоурум. Здесь, в Киеве? Угу. Все, мне очень понравилось. Я вообще люблю очень трикотаж. Теперь я обязательно к вам приеду. Я из Италии везу, все ткани из Италии. Фурнитуру здесь покупаю, но пока в Италию, конечно. Дизайнер работаете, да? Угу. Или у вас здесь нанятый дизайнер? Не. Все так, сама. Тогда я бы этим не занималась. Все понятно. Не почему же, как бизнес просто, знаешь? Ну, мне нужно, как бы, вот знаете, внутри процесса находиться. Я не люблю просто в шахматы играть, пешки расставлять. Не хочется там внутри быть, создавать. Это вот мне нравится. Ну, это ваше. Это же вы не первый год, наверное, да? Четвертый год. И что, и прям уже вышли в ноль, и все, денежки уже можно зарабатывать? Ну, частично. Частично. Нет, это не так просто, я поэтому спрашиваю. Это не просто. Обычно это где-то около 5 лет. Я почему спрашиваю, потому что у меня есть хорошая приятельница, которая, я знаю, она очень много лет выходила в ноль. И вот сейчас только-только, и тут начался коронавирус. Вот у вас же мама в Италии живет, да? Живет, да, она в Италии, но сейчас в Украине. То есть она как раз, когда все началось, она приехала сюда, да? Многие не подозревали, я думаю, что в Украине и во многих других, наверное, странах еще не подозревали, что скоро будет карантин. Вот, и мама как-то интуитивно успела вернуться. То есть она вернулась где-то в январе? Нет, она вернулась в феврале. Ну вот у меня, я считала, что я в последнем уехала, потому что мы в январе катались на лыжах и вернулись в Украину, наверное, числа 10-го в Артезии. А я знаю, что через неделю у них уже был карантин. Они через неделю, где-то через неделю-полтора не закрыли город, по-моему. В январе? Да, в январе. По крайней мере, первые случаи уже были точно тогда. Случаи были, нам звонили, говорили. Может быть, карантин сам был позже, действительно, да. Но первые случаи уже там, когда уже началась паника, нам просто наши друзья звонили из Италии, говорили. И многие же уже в феврале привезли из Италии, как вы знаете. Из Куршевеля вон прям... Моя мама и я, мы как бы далеко от Куршевеля, обычно отдыхаем. Я не очень люблю этот курорт. Это же для таких, кто любит понты, кто любит там... Там же люди едут не кататься на лыжах, насколько я знаю, просто показать друг другу костюмы, пообщаться и так далее. Хотя я могу сказать, вот я не знаю, заметили ли вы, потому что мы тоже были в Италии этой зимой с семьей и пытались кататься на лыжах. И снега было намного-намного меньше, чем обычно вообще. Мы
просто даже там искусственный это снег. Это, наверное, смотря где. Вот в Артезии, где я катаюсь уже как маньяк, там, наверное, там 10-й год или 11-й, потому что вот я как прикипела к этому месту, так и езжу туда. А всегда был на то самое, всегда из пушек стреляли. А в этом году было снега вот. Много, да? Очень много, да. А вы где были? Ну, моя мама живет в Канальяно, то есть это где-то в 50 километрах от Венеции. Вот, ну и в принципе горы там ехать, ну, наверное, часа полтора, может быть. Ну, это не север, это чуть другое место. Наверное, да. Ну, я просто помню очень хорошо, когда мы с сыном отдыхали в Италии и ездили вот именно там на этот курорт. И вот когда там спустя, получается, наверное, лет 8-9 мы приехали, ну, уже с детьми, с младшими девчонками, и Игорь мой тоже был. И это просто было, ну, поразительно, ну, просто настолько было по-другому. То есть обычно снега было очень много, а в этот раз, ну вот все очень жиденько все. Да. И плюс это же очень дорого, и итальянцы очень удивлялись, что тоже очень мало снега в этом году. А вот есть у вас какое-то предположение, почему вот им именно столько досталось? Потому что, наверное, в Европе больше всего пострадала именно Италия. Но почему так, казалось бы? Мне сложно, конечно. Не знаю, не думали на эту тему. А мама будет возвращаться. Почему это все вообще появилось? Понимаете, это тоже очень загадочная история. А я просто читала всякие такие статьички на тему, что этот вирус, он на разные геномы по-разному воздействует. Вот прям по-разному. Поэтому в каждой стране это зависит не только от медицины, а еще вот как раз от этого. Но я хочу вас спросить, вы же очень много времени проводили в Италии до сих пор. Очень много. Мама это жила правда. Там, и вы... Сын какое-то время был, да. Да, поэтому... А как сейчас будет, Надя? Что, есть какие-то планы на эту тему? Мама будет возвращаться в Италию? Ой, слушайте, ну я, честно говоря, на Италии вообще не особо никогда не зацикливалась. Но моя мама... А ведь отличная страна для жизни. Замечательная страна, да. Да, как и многие другие. Тут уже вопрос, где тебе комфортнее. Вот. Но, честно говоря, вот если думать о странах, в которых бы я жила, а я об этом думала в свое время... Как-то Италия у меня не сразу возникала, несмотря на то, что я очень часто там бывала, и я люблю эту страну. Вот, да, моя мама вернется в Италию, как снимут это карантин. Да. И я знаю, что у вас должен был быть тур в апреле, в мае, правильно? Да, по Украине. И он, видимо, накрылся, как у всех, как все у всех. Творческие планы. Все как у всех, да. Но я хочу вам сказать, что первая мысль, которая у меня появилась после того, как объявился карантин, и мне стало понятно, что тура не будет, значит, у меня будет больше времени на подготовку. Потому что концертная программа сложная. Правда, она очень сложная. И меня мой педагог по академическому вокалу, она когда ее увидела, она говорит: «Надя, конечно, ты смелая девушка». Просто очень много композиций и разного жанра, где нужно переключаться, потому что есть и поп-музыка, пусть это мировая классика, но тем не менее, вот поп-жанр есть, академический вокал, вот оперное пение есть, романсы, это все очень разное, вот. Но я говорю: «Оксана, ну вы понимаете, это тут нельзя что-то убрать». Вот, нельзя, я вот как-то по-другому я ее не вижу. Я даже внутренне немножко обрадовалась, что у меня появилось больше времени, потому что ответственность, ну, нехилая, конечно, вот что касается этой программы. Вот поэтому... Ориентировочно на осень? Я уже запланировала на ноябрь. Мы уже забронировали театры, так что в ноябре планируем делать. Вот, правда, намечается один проект такой долгоиграющий. Ну, как-то буду вклиниваться. Долгоиграющий проект, он связан каким-то образом с пением? То есть Нет, не совсем. Ну, пока, Наташа, не буду. Извините, не буду пока. Кино вот планируется съемки в июне уже. Что за фильм, расскажите? Я уже снималась в этом. Так и хочется сказать, сейчас кто-то будет кино снимать. Это же тоже как бы отчаянный поступок. Да. Ну, смело, да, конечно. Смело. Кинотеатры пока не работают и прочее. Нет, это на телевидении будет показано. Я уже снималась, это «Великі вуйки». Пробачте, будь ласка, хотів подивитися без дозволу. Та нічого страшного. Ці іграшки всім подобаються.
угу. играла. А, это продолжение просто, да? Да, да, возлюбленную Ивана. Он же это кто у нас, Юра Горбунов. Это литер как Украина? Плюсы, да? Ага. Угу. Ну, то есть они продолжают да, съемки, да. Кино мы еще вернемся с вами, а сейчас я просто хочу еще поговорить. Вы же понимаете, что ну, без разговора о Виагре мы все равно никуда. Но потому что это... даже, вам даже, виднее. Даже дело не в конкретном коллективе, а дело в том, что ну, это такая эпоха вообще в принципе в украинском шоу-бизнесе. Вот. Сейчас она как бы себя уже практически изживает, эта эпоха, но все-таки. Вот как вы сейчас вспоминаете эту группу? И как вы для себя считаете, это действительно была фабрика звезд или нет? Про фабрику звезд я как-то даже... Ну, многие же девочки думала, прошли через группу, и некоторые из них начали самостоятельно сольную карьеру и так далее. Вообще, я хочу сказать, что участие мое в этом коллективе – это абсолютно такой бесценный жизненный опыт и профессиональный опыт. Как в какой-то степени профессиональный, потому что в определенный момент я чувствую, что я уже упираюсь в стенку, и мне хочется намного большего, чем может дать этот коллектив. Вот, поскольку популярность для меня всегда была ну, не то что второстепенным, но чем-то ну, точно уж не в приоритете, не стояла в приоритете. То есть это то, что мы зарабатываем, скажем, вкладывая свои силы, коллективные силы и так далее. Вот. И все-таки профессиональный рост для меня более важен, чем та же популярность. Поэтому, почувствовав, что я упираюсь в стенку, я, конечно, решила уйти лучше как бы как-то в никуда, скажем так, чем оставаться, потому что деградация для меня – это страшно. А почему рано или поздно? Вот, это было связано с какими-то ограничениями творческими, или это было все-таки связано… Кто, кстати, был хедлайнером все-таки в этом проекте, с вашей точки зрения, Костюк или Меладзе? Ну, с творческой точки зрения, конечно, ну, естественно, Костя. Вот. Но мне кажется, ну, как менеджер, наверное, в какой-то степени Дима. Вот. И они дополняли друг друга. Мне кажется, они вот какое-то время они были таким достаточно интересным тандемом, вот, на которых, на этих двух китах держался коллектив. А почему коллектив. Разошлись, кстати говоря? Не хочу эти сплетни влазить. Понятно, понятно. То есть Виагра это был такой первый, ну, может быть, не первый женский коллектив, но, по крайней мере, он был коллектив, который был замешан на очень талантливом, на очень красивых девушках и очень талантливом композиторе, который, ну, Меладзе всегда четко понимал, да, что станет хитом, что не станет хитом. И мы неоднократно с ним разговаривали на тему вот, текучести да, состава. Он не считал это никогда проблемой. Он считал, что там, люди приходят и уходят. Вот самое главное – философия коллектива. Вот, и самое главное – хорошая песня, хит. Вот. А что вы думаете по этому поводу? Ну, молодец. Пусть будет так. Ну, мне, честно, Таша, мне все равно, ну, уж теперь мне, не то что теперь, мне уже давным-давно, в общем-то, скажем так, все равно, потому что, ну, когда я пришла в коллектив, я не считала, что я, вот я не чувствовала, что я бы хотела, например, сольную карьеру, то есть меня, в принципе... Там было достаточно комфортно работать с Константином. Ну, все же девчонки говорили, что дайте для них мне, это было... Дайте мне возможность развиваться, то есть, скажем так, усложняйте мне задачи, и я с удовольствием останусь. Я привыкла с детства профессионально расти. То есть, как вот, например, там, занимаясь танцами, я не считала нужным оставаться там, в том коллективе, в котором начинала, потому что он уже мне большего дать не мог. Мне хотелось расти. Мне хотелось становиться и лучше, и так далее, сложнее. Вот, точно так же и во всем другом. Вот, и когда все строилось только на
каких-то коммерческих, или начало строиться, я не знаю, в какой момент это все, ну, то есть, или, скажем так, было, были и творческие проявления, были коммерческие проявления, но это нормально, в принципе. Конечно, весь шоу-бизнес замешан на деньгах. Вот, но... Вы же несколько раз, по-моему, ходили. Я не могу сказать, что я альтруист, но я не могу сказать, что я человек, который зациклен на деньгах. И для меня, ну, вот не становится это все в какой-то момент каким-то, ну, вот становится камнем преткновения, как все-таки быть и как поступить в этой ситуации. Потому что большое удовольствие, когда ты исполняешь ту музыку, от которой ты кайфуешь, которую ты можешь донести эмоционально, вокально, драматургически. Вот. И когда ты чувствуешь, что можешь, но тебе не хватает времени на, там, на те же занятия, тебе не хватает времени, чтобы найти того же педагога, который будет твоим педагогом, потому что это тоже индивидуальный подход. Каждому человеку, неважно, чем бы он занимался, всегда есть индивидуальный подход, потому что у каждого из нас есть свои какие-то особенности. Вот, и... Вы были самой одной из дорогих, насколько я помню, групп на корпоративах, потому что это довольно долго в шоу-бизнесе это было таким мерилом, маркером. Всегда был список самых дорогих групп, самых дорогих вокалистов, и Viagra всегда была там на 3-м, 4-м, 5-м, 6-м месте, то есть, ну, там, я так помню, от 30 тысяч евро до 50 тысяч евро за корпоратив. То есть это были очень серьезно? Большие деньги. Да, серьезно, абсолютно. Значит, себе... А вы разве не знали этого? Нет, мы такого не знали, что настолько. Да. Но на жизнь же девчонкам хватало, я так понимаю. Каким? Нам? Ну, да, вам, да. Нет, девчонкам Кости на жизнь, и, мне на жизнь, Дима, не знаю, ну, я не могу ли. Сказать, что, ну, то есть, как бы, опять-таки, смотря в какие этапы нашей профессиональной деятельности. В начале всего этого, конечно, не хватало, потому что, ну, мы зарабатывали очень мало. Но, опять-таки, я же, ну, я сейчас немножко не могу понять, в каком ракурсе мы пытаемся поговорить. В том, почему я все-таки сделала какой-то свой выбор. Нет, этого, или это, да, или мы это, про деньги это будем мы, говорить. Это мы сейчас поговорим. Просто мне интересно, знаете, ну... Деньги – это мерило востребованности, ничего в них плохого нет на самом деле. И очень многие, учитывая, что наш шоу-бизнес немножко отличается от западного шоу-бизнеса, например, там артисты никогда не собирали больших денег с продаж дисков, а сейчас так уж подавно никто ничего не продает. Или там, например, там, я не знаю, с каких-то других вещей не принято, да, там авторские права и так далее. Но как раз у нас это были корпоративы, это были концерты, вот это была продажа там песен, да, поэтому вот я хотела немножко спросить про корпоративы. А кто в основном заказывал группу Viagra? Люди. Они тоже люди. Ну, понятно. Ну, в основном это были богатые мужчины, насколько я понимаю. Да, ну вот видите, это, тут у нас кто на чем делает акцент. Нет, так для мы меня, ну, конечно, это были много. Состоятельные люди. Угу. Как бы публика состояла не только из мужчин, и присутствовали и женщины, и жены, и девушки. Уж а не знаю, это не мое дело. Самый странный корпоратив, который был у вас, от которого, или самый какой-то интересный, который вы запомнили? Ну, вы сейчас мне, конечно, пытаетесь окунуть в то, что я... Ну, что-то же из этого периода... Не оставляю своей особо памяти. Я не могу сказать, что это мне очень, как бы, интересно запоминать. Но это же была яркая страница вашей биографии. Ну и что? Что это была яркая страница? Ну, она же прошла, эта яркая страница. Настала другая яркая страница в моей жизни. Я бы сказала, даже более яркая. Мы об этом обязательно сейчас поговорим. Вот. Поэтому... Вот честно, Наташа, я вот как-то вспомнить, какой был самый необычный,
корпоратив. Их было много необычных таких, нестандартных. Ну, вспомните что-нибудь интересное. Это же как бы такая картинка, ну, к тому времени, что ли. Потому что ведь это же закрытое мероприятие, и никто практически кофе. Ой, спасибо большое. И никто практически же ничего не знает о том, что, как это происходило и так далее. Боже, я вот уже Баста об этом, к сожалению, я уже столько об этом рассказывала, вот, что мы с вами просто повторяемся. Вот. Ну, конечно, было интересное время, забавное такое, в начало 2000-х, когда бандитизм, он вроде как пытался, не он пытался. Бандиты пытались стать добропорядочными гражданами. Время такое наступило, да, что вот, да, он, его пытались как-то рассеять вот, с началом нулевых, вот, а он не очень хотел рассеиваться. И вот эти ребята, ну, тоже хотят услышать, посмотреть прекрасное. И приглашали на мероприятия. И вот когда, ну, они же со своими, как бы, понятиями, вот, ну, как было делом, как-то по номерам прятались, в номерах музыкантов, потому что кто-то там набрался, кого-то искал. Набрался смелости, да, кого-то поискать хотел. Вот. Были случаи, когда мы убегали, там, впрыгивали в какую-то газель. Ну, не в какую-то, на которой, собственно, приехали. Потому что мы на разном транспорте ездили. Это, конечно, может быть, сейчас немножко время поменялось. То есть были какие-то достаточно опасные моменты? Конечно, были. Ну, конечно, были, да. А девчонки, вот, вот это внутреннее ощущение, было понимание, что в этой среде можно найти очень богатого человека и выйти за него замуж, и ну, как бы все проблемы свои решить? Или все-таки все хотели карьеру делать дальше, и не было вот таких желаний? Ну, я вот не буду про девчонок, потому что это как бы не мое совершенно дело, по какой причине они приходили в коллектив, по какой причине. То есть что для них было в приоритете, там, сцена или выйти замуж удачно. Если говорить о себе, то, конечно, меня влекла сцена. Она меня с детства привлекала очень сильно. У меня была неуемная совершенно энергия. Мне нужно было ее куда-то девать. И так сложилось, что мне было лет, наверное, 11. Я вот пришла в кружок народного танца, и все. И когда я впервые вышла на сцену, вот в возрасте, наверное, 12 лет, я поняла, что это мое место. Поэтому на сцену я, то есть, поэтому, где бы я, чем бы я ни занималась, для меня, конечно, в приоритете была вот именно сцена. Мне очень нравилось, что, ну, не то чтобы нравилось, мне... Я любила отдавать энергию. Вы несколько раз уходили вот, от Меладзе, несколько раз возвращались. Извините, да, сейчас, Наташа, договорю. И вот что касается личных взаимоотношений, то ли я была так воспитана, плюс, может быть, мой характер, какие-то мои жизненные задачи, с которыми я пришла сюда, в этот мир. Я с детства верила в любовь, взаимную любовь. А уже будучи в возрасте, ну, немножко постарше, я, конечно, я как-то интуитивно чувствовала, что вот судьба моей жизни должна встретиться, судьба человек, с которым мне действительно будет не просто комфортно, это будет мой человек, где будут именно взаимные чувства. Вот поэтому у меня соблазнов было очень много, конечно, очень много соблазнов абсолютно разного уровня. Делали же предложения вам? Не только же провести вечер, но, наверное, делали предложение выйти замуж и так далее. Вот это, кстати, провести вечер как-то мимо нас все проходило, мимо меня уж точно. Какие-то, да, с разных источников приходили разного рода предложения, но меня это никогда и не интересовало. Я к таким мужчинам брезгливо вот отношусь, честно признаюсь. Тем более, когда он не сам лично, значит, порадует тебя своим присутствием, кого-то присылает. Да. Блин, вот ему... В гримерку, когда холом стучится. Это не унизительно вообще? Это, я думаю, где, а где твое мужское вообще достоинство? Я думаю, что они себя чувствуют вот, хозяевами поэтому жизни. К таким мужчинам, конечно, я не относилась очень так хорошо.
Вы несколько раз, я уже третий раз про вас задаю вопросы, спрошу, уходили от Меладзе и несколько раз возвращались. Почему? Возвращали. Это было предложение руководства. Значит, группы, да? Первый раз, когда совершенно для себя неожиданно я забеременела сынулей Игорем, своим первенцем. Вот судьба, конечно, штука интересная. Я человек, который, несмотря на то, что верил в судьбу, верил в судьбоносные отношения, во взаимную любовь, не стремился никогда к семье и о замужестве вообще не думал. Я боялась замужества, причем очень долгое время, очень долгие годы я боялась замужества. А отец Игорь не делал вам предложение? Он намекал мне, но вы понимаете, вот что значит женщина, которая всем видом показывает, что она не собирается замуж. Вот это же, ну, как мы же не просто мясо, да, мы создаем, издаем какие импульсы внутренние, мы вот эти наши мыслеформы, они все равно, ну, где-то как-то в ком-то резонируют и создают о нас какое-то, не знаю, впечатление, особенно когда мы близко с человеком общаемся. А вы можете вот, сказать, и при кто? Этом, при всем, забеременев Игорем, я захотела страшно ребенка. Я его ждала. Но это же основной инстинкт, конечно, когда ребенок уже в тебе. Это для меня, да. Это для меня было такое открытие, это какой-то просто божественный дар. Моя жизнь абсолютно вот перевернулась. Меня, карьеристки, которая хотела посвятить себя сцене, тут же в какое-то мгновение я почувствовала, как мне хочется родить на свет вот это что-то прекрасное, что во мне растет. Вот, поэтому Было неожиданно Игоря? Не только для... Он общается сейчас со своим отцом? Конечно, конечно. Да? Поэтому это было неожиданно не только для Константина, конечно. И понятно, что только коллектив начинал набирать обороты, и тут вот моя беременность. Вот, но я ему сказала, говорю, Костя, я вернусь. Он просто думал, что все, ну, как обычно, женщины. Угу. Вот. И когда я родила Игоря, благо мне очень помогли и мама, и родственники Саши, папы Игоря. Угу. Вот. Я говорю, ну вот, я здесь. Вот. И Костя, конечно, моя жизнь в тот момент только начиналась, она только набирала обороты. Никола не двора. Безусловно, если бы я, наверное, была материально на тот момент обеспечена, вот я лично сама себя бы обеспечила. Отец ребенка вам не помогал? Он помогал, но у меня такой характер, и у меня такой пример мамы, что я должна всего добиться сама. Вот я должна сама зарабатывать. Это как 2×24, по-другому быть не может. И для меня это был очень важный момент. И реализоваться и творчески, и финансово, конечно же, в том числе. Поэтому я в жизни, скажем так, я в жизни глобально, в принципе, никогда ни на кого не надеялась. И я считаю, что это очень правильно. Потому что когда женщина, например, знаете, так вот закрывает глазки и как слепой котенок идет за мужчиной, это всегда чревато. Как правило, жизнь потом это ей показывает. Вот. Не то чтобы я там не доверяю мужчинам, но в жизни все всякое бывает. И не все зависит от мужчины. Там те ситуации, которые с ним могут происходить или с вами, не всегда зависит от мужчины. Есть особенно обстоятельства, вот. Поэтому вот это внутреннее ощущение, знание, что нужно надеяться только за себя, отвечать за свою жизнь и теперь за жизнь своего ребенка, конечно, это тоже в какой-то степени повлияло на мое возвращение. Вот, а второй раз я уже ушла вот по причине того, что я уперлась вот в эту стену, когда для меня было совершенно неожиданно вот выходить на сцену и чувствовать абсолютное опустошение, что я
а больше ничего не могу дать. Я вообще задам вопрос, который наверняка всем часто задают, и тем не менее. Вы знаете, есть устойчивая мифология, что менеджеры и продюсеры Виагры всегда имели личные отношения со своими воспитанницами, да? И, наверное. Бывшая жена Костюка об этом говорит, говорит об этом, говорят какие-то девочки, которые были в Виагре, и говорят об этом, что и Константин мог иметь лично, собственно, он женился на Брежневой, да, что подтверждает эту версию. Вот. А насколько это там часто практиковалось? Отношения с продюсерами? Да. Для меня это не практиковалось. У меня как-то так возникали отношения вне коллектива. Хорошо. Наташ, слушайте, мы же взрослые люди. Вы представляете, я сижу и тут начинаю какие-то сплетни рассказывать вам про то, у кого с кем. Нет, без подробностей просто. Пусть они рассказывают. Нет. Но это не в моих вообще... рамках воспитания честно говоря, в принципе, я не очень люблю сплетничать, может, поэтому у меня нет подруг, но я на эту тему не распространяюсь. А у вас нет подруг? Нет. У меня есть хорошие знакомые, у меня есть приятельницы, у меня есть такие душевные отношения. Но... А мужчины, друзья, у вас есть? Есть. 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 Кто, с вашей точки зрения, сделал лучшую карьеру из девчонок, которые вы делаете самостоятельную карьеру, Брежнева делает самостоятельную, а Света Лобода делает самостоятельную, делала еще несколько девушек самостоятельную карьеру, сейчас, по-моему, уже прекратили. Кто из них, с вашей точки зрения, интереснее всего? Если вынести личного за скобки, потому что о себе говорить неловко, да? Кто вам нравится, как работает? Именно из выходцы из коллектива? Да, да. Тут опять-таки сейчас вопрос, скажем так, ваш вопрос, кто нравится, а я немножко это все перефразирую, потому что для меня нюанс не в том, что мне нравится или не нравится. То есть, скажем так, это может быть совершенно не мое. То есть я это не слушаю, я бы это не слушала, но когда человек органичен в том, что он делает, первично для меня, то есть эту музыку я могу совершенно, слушать. Да. Поэтому если с этой точки зрения говорить, то, конечно, абсолютно органично Светлана Лобода в том, что она делает. Органично Вера Брежнева в том, что она делает. Светлана Лобода – это еще и Нателла Крапивина. То есть это тандем тоже такой, понимаете? Светлана, безусловно, талантлива. Она очень трудолюбива. Там бешеная энергия у человека. Но это же тоже все нужно как-то... облагородить, какие-то дать направления. Мне кажется, что вот этот их тандем очень сделал интересный чувствуется, проект. Чувствуется, что Крапивина – это тот человек, который придумал стиль, который придумал подачу и все такое. То есть она концептуальная. Я думаю, что они вместе это делали, потому что Света, она очень концептуальна сама по себе. Ей просто нужно было немножко ее огранить, дать ей еще какие-то другие возможности. Кстати, когда вы были в Виагре, вам давали возможность самим что-то предлагать? Я помню, извините. Я как раз имею в виду, была ли свобода это творчество? Или говорили так, девочки, вам дали? Вы делайте. Мы лучше знаем, что вам надо. Вы знаете, у нас были очень такие интересные отношения с ребятами. Я их ребятами называть, потому что они были на этом уровне. Ну, не девчата же, да? Они были... очень какие-то, полуродственные, если так даже можно сказать. Несмотря, конечно, на разные какие-то предконфликтные ситуации. Я не помню, чтобы у нас были совсем конфликтные ситуации. Во всяком случае, с нами, девушками. Костя, по-моему, кричать не умеет вообще, во всяком случае. Костя... Он же такой интроверт. Вы недооцениваете Константина. Да. Он не может человек писать... такую, когда до сих пор пишет интересную музыку, такую очень характерную, глубокую.
скажем так, каждому исполнителю он подбирает какую-то свою стилистику. Вот, быть простым человеком, таким, знаете. Вот, поэтому о чем мы говорили. Мы говорили о том, сколько вам свободы давали, вот, им давали в творчестве. У нас вот, опять-таки, если я, мы еще не опытные в том, что нам нужно делать, там, например, костюмы. Ну, я не могу себе 18 лет придумать костюм еще. Тем более какая-то создается концепция. Костя приглашал каких-то стилистов, как сейчас это называется. Вот, мы шились в каких-то ателье. Конечно, мы что-то там, какие-то 5 копеек, безусловно, оставляли. То есть у нас ярко выраженной диктатуры не было. И авторитарности ярко выраженной не было. Вот, и я помню, когда вот в 2009 году я еще разочек вернулась, вот, пообщавшись с Константином, он говорит, ну все, хватит уже там свою оперу петь, давай. Вот. Ну, не буду подробности разговора передавать. Вот. И тогда я помню, что он, конечно, предложил мне участвовать и в стиле, и так далее. То есть я какое-то время участвовала. То есть они оба нормально относились к вашему взрослению. Я не имею в виду к вашему лично, когда девочки меняются, когда они хотят большего, не только больше денег, но и там какого-то более там творчества, в творчестве большего и так далее. Это все с пониманием принималось. Как личные отношения? С частичным пониманием. Понятно. Да. Как были ли какие-то ограничения по поводу того, что, я не знаю, там, встречаться с ребятами, беременеть, там, я не знаю, отъезды, приезды, вот, новые какие-то отношения. Это вообще как-то ограничивалось? Или это было все ваше дело, и вы не обязаны были отчитываться? Ну, отчитываться нет, в принципе. Тоже мне нужно это, Наташа, это нужно вспоминать. Ну, представляете, сколько это лет прошло. И ну, мне было 18 лет, когда я начала работать в коллективе. Я самая молодая была. Вы там дольше всех продержались. Я как раз не больше всех, но я просто оказалась самой молодой девчонкой, которая вот за всю историю коллектива была. Вот, поэтому, конечно, ну, это была их ответственность перед родителями, в том числе. Вот. Конечно, это все было где-то что-то контролировалось, это понятное дело. Где-то не контролировалось, в разные тоже периоды времени по-разному было. Поэтому, ну... Смотрите, у Лободы есть Крапивна, у Веры... И вот Вера, кстати, тоже очень органична в том, что она делает. Ну да, они абсолютно разные, но они и в жизни абсолютно разные. Там больше перца, тут больше сахара и так далее, и так далее. Но у Веры есть Костя, который для нее пишет. У Лободы есть Нателла, которая правильно понимает, куда двигаться, и они вместе могут это обсуждать. Но вы остались одна, когда вы ушли, насколько я понимаю. А я вообще одиночка, конечно. Да. Я люблю одиночное плавание, как оказалось. Угу. У меня были предложения со стороны других продюсеров. Я даже очень почему-то вот сейчас вспомнила, когда я первый раз, значит, в связи с беременностью уходила на какое-то время. Я помню, Никитин даже мне предлагал. Да. А почему не согласились? Я его, честно, прости меня, дорогой, я его не знала тогда. Я, ну, не представляю. Ну, я вообще, во-первых, собиралась вернуться в коллектив. Он же с Андрюшей Данилко тогда работал еще там с кем-то. Да. Я собиралась вернуться в коллектив. Ну, я правда, мне действительно долгое время было очень комфортно работать с Константином. Вот. Потом были и другие предложения, но когда ты начинаешь общаться с человеком, и когда ты уже себя знаешь в большей степени, чем не знаешь, когда ты уже прошел определенный какой-то жизненный опыт и разные получил профессиональные уроки в своей жизни. Вот. Очень, конечно, хочется, чтобы был индивидуальный подход. Очень, очень же. И очень... небольшого количества
продюсеров вот нет вот этого индивидуального mm-hmm. подхода, они как бы... Да у нас и продюсеров не так много, на самом деле, да? Ну, это правда. И у нас, и в России. Это правда. Но всегда считалось, что для того, чтобы добиться успеха, нужно уезжать в Россию. Потому что там рынок, потому что там все-таки есть продюсерские центры большие, потому что там есть деньги, да. что немаловажно и так далее. Ну и вы же одно время жили между Киевом и Москвой, да. ездили туда-сюда, да? Сейчас вы больше все-таки, ну редко ездите в Москву, насколько я понимаю. Ну вообще не езжу. Да. Ну ваш муж, он же москвич. Из Петербурга. Угу. Ну то есть так или иначе вы привязаны, и вы же до сих пор вместе, насколько я понимаю. Да. Да. И он спокойно относится к тому, что там он, Игорь общается со своим папой, все нормально, то есть это все решено. Естественно, конечно. Да. Вот. И у вас была, смотрите, вы выходите замуж, причем вы могли бы же выйти за очень богатого человека. Вы вышли замуж за человека, ну, небогатого относительно, ну, который там стоял на ногах, там, был топ-менеджером какой-то компании, но он не был там прям миллионером. Это было же осознанное решение, потому что девочки, вот скажем честно, девочки шоу-бизнеса всегда же ищут богатых людей, потому что им нужно решать свои проблемы. Я просто девочка не шоу-бизнеса. Я не смогла прижиться в шоу-бизнесе, мне очень сложно, правда, очень сложно. И очень многие коллеги, очень многие продюсеры, какие-то директора каких-то радиокомпаний, телевидения мне говорили: Надя, господи, записала хит и чеши по стране своим бэкграундом. Так не умею, не могу. Я не могу просто взять что-то наляпать и чесать по стране, по постсоветскому пространству. Я с душой. И встретились, мы познакомились с Мишей, и через какое-то определенное время это все было очень, это было как раз судьбоносно, потому что при всех моих таких предвзятых отношениях к семейной жизни, к, повторюсь, замужеству, я не удержалась, потому что, ну правда, настолько было ощущение вот какого-то абсолютного единства с этим человеком, несмотря на то, что мы два таких очень сильных характера, вот, и во многом искали какие-то компромиссы, но любовь взаимная, она просто всегда побеждала. А это почему вместе тогда не живете? А почему мы не живем вместе? Ну, он же в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю, по-прежнему. Почему? Нет? Здесь? Нет, может быть, я недостаточно информирована, не, поэтому я спрашиваю. Вы не информированы. Да? Конечно, то есть он здесь. Да, он уже здесь, давно. Да? Угу. Очень давно. То есть все в порядке. Лет шесть. Да. Но смотрите, тогда вопрос. Нужен на шоу-бизнес, да, на то, чтобы делать что-то, иметь новые хиты, гастролировать, записывать, костюмы, опять же, да все. Там раскрутка на радио, в телеке. На все это нужны деньги. Вот. У вас складывается так, как я понимаю, что вы, ну, достаточно самостоятельный человек. Вы находите спонсоров, или вы зарабатываете сами. Ну, потому что все-таки маленький бутик одежды, даже если она там супер элегантная и дорогая, он все равно не окупает все эти. Ну, вы, наверное, мало обо мне знаете. Сейчас на больше. Читали, да. Да. Вот. Вот как раз в связи с тем, что моя жизнь, то есть я не очень комфортно себя чувствую в шоу-бизнесе, вот в таком глобальном смысле этого mm-hmm. слова. Так сложилось, что я стала универсальным солдатом. В каком плане? В плане том, что я могу работать ведущей на телевидении, я могу быть актрисой и играть в кино, гастролировать, заниматься одеждой, участвовать в разного рода проектах. И каждый проект, в котором я участвую, а их было, ну, немало в моей жизни, я не боюсь участвовать в вокальных проектах, их тоже было немало в моей жизни. То есть я берусь за всю сложную, креативную, крутую работу. Надь, я понимаю. И, подождите, Наташ, да. подождите. И всем, чем вот я на сегодняшний день занимаюсь, то, что я вам перечислила,
Я зарабатываю на этом. Я же не просто снимаюсь в кино за бесплатно, или я участвую в каком-то проекте за бесплатно, или я гастролирую где-то тоже за бесплатно. Но украинское телевидение немного платит денег, и украинское кино немного платит денег. Вот. Хорошо. Да. Будет так, Наташа. Ну, то есть вы хотите сказать, я что зарабатываю особое, да, условие всегда? Почему? Что значит у меня особое условие? Ну, всегда, смотрите, есть же актеры, у которых там ставка премиум, но я да? же не участвую. А есть актеры, у которых ставки, ну, обычные. Поэтому я же говорю, у вас может быть особое условие, возможно, у вас премиум расценки, как у ведущей, как у актрисы и так далее. Ну, я же не участвую, не снимаюсь раз в пятилетку. У меня какой-то есть... какая-то периодичность. То есть, mm-hmm. если, причем у меня этот процесс, он, знаете, такой... Фу, где оно? Дерево. Это не дерево, а ламинат. Он бесконечный. То есть, если у меня вот, нет... Да, ножки. Если у меня нет съемок, например, в кино, я снимаюсь в каком-то проекте. Если у меня нет съемок в каком-то проекте, я занимаюсь магазином. Или я гастролирую. То есть у меня на смену чему-то одному приходит другое. То есть мой как бы заработок, он на постоянной основе. Вот. И в принципе, ну, вот какие-то вложения, они происходят за счет тех заработков, которые у меня есть. Или же, конечно, мне помогает в какой-то степени супруг, безусловно. Да, он тоже, если мне какие-то необходимые там что-то доложить, то супруг мне предоставляет эту помощь. То есть фактически получается, что шоу-бизнес – это часть профессии, но в которую вы но должны... Я очень просто редко вкладываю во что-то. То есть как бы любые проекты, то ли танцевальные, то ли музыкальные, там, не знаю, на коньках, на чем-то другом. То есть это все оплачивается. Ну, во да. всяком случае, в моем случае это всегда все оплачивалось. Но вот эта часть вашей деятельности шоу-бизнеса, он требует вложений. Наоборот, не вам оплачивать. Наташа, еще раз повторюсь, я не в шоу-бизнесе, еще раз говорю. Я не в шоу-бизнесе, если вот вы там посмотрите, то меня там в принципе нет. Я все равно немножко так особняком держусь. Как вы сегодня, вот если бы там, я не знаю, вас спросили, вот, ну, чем вы занимаетесь в жизни, как бы вы сегодня охарактеризовали вообще, да? То есть действительно много там актриса, певица, телеведущая и так далее. Но что, вот, например, там я тоже много чем занимаюсь, но я все-таки остаюсь журналистом. Для меня это основная. Основа. Да. Что для вас есть основой? Творческий человек. Это основа для меня. Честно признаюсь, мне было бы скучно быть только исполнителем. Было бы скучно. Вот. Я считаю, что у человека очень много возможностей. Очень много возможностей. Ну, может быть, смотря у кого, но тем не менее. И такое большое количество энергии, которое, например, было дано мне, ну, грех этим не воспользоваться и не пропитывать и не реализовывать ту идею, которая во мне рождается. Вот. Просто смотрите, нужно, смотрите. Я считаю, что свой потенциал нужно обязательно раскрывать. Ну, иначе... Ну, а зачем тогда все это? Боже, он же Боже меня мой, обидел 30 лет назад. Она просто показывает свою попу в купальнике. Надя. Господи, записала хит и чеши по стране своим бэкграундом. Вы счастливая женщина, вам нужно работать директором МГУ. Я просто девочка не из шоу-бизнеса. Ну скажите мне, что вы никогда не курили марихуану? Этот мир совсем не боюсь. Хорошо для жизни, но плохо для искусства. Мы сегодня уже живем в таком удивительном мире, где медийность, она является основой, короче, основой для зарабатывания денег. Для того, чтобы, там, если ты телеведущим работаешь, то в зависимости от уровня твоей медийности оценивают, так сказать, ну, столько тебе и платят, да. Если ты певец, то ты обязательно должен раскручивать себя на всевозможных там сетях и так далее. Но в конце концов, очень многие люди творческие, как вы говорите, зарабатывают не столько своим творчеством, сколько просто участием в рекламных кампаниях, да, там, через Инстаграм. Но вот замечательная актриса
Ира Горбачева зарабатывает больше в Инстаграме, как она недавно призналась, чем, например, там на съемочной площадке. Ну, новая реальность, новая жизнь. Вот у вас как с этим? Насколько вы оцениваете в своей жизни там, да, необходимость вот этой медийной составляющей, как вы с ней работаете? Да, там, ваше участие в Инстаграме, ваше участие в социальных других сетях, возможно, взаимоотношения с рекламодателями и так далее. Ну, медийность у меня хромает. Я не вижу в этом ничего плохого. Я, скажу так... У вас просто не хватает на это времени? Во-первых, я это уже попробовала. Я была очень медийным человеком. И я не могу сказать, что от этого у меня... Ну, то есть в коллективе, конечно, было немало работы. Но она была вот только вот в определенной траектории. Вот. Сейчас, я же еще раз повторяюсь, мне очень помогает то, что я в свое время не побоялась пробовать себя в каких-то новых направлениях, которые мне предлагали, реализовывать проекты, которые я хотела воплотить. Поэтому на сегодняшний день вот как раз мне вот эта разносторонность, она дает возможность не зацикливаться на медийности и не окунаться в мир социальных сетей и там вот себя как-то раскручивать по полной программе. Вот что, собственно, делают многие артисты. Да все ваши коллеги это делают. Да. Я отлично понимаю, что это эквивалентно, так Наташа, сказать, гонорару. Наташа, я не готова пропадать в соцсетях, правда, не готова. У меня трое детей, которых... Я забочусь, с которыми я провожу время, я организовываю их быт, в том числе, и мне важно, где они учатся, мне важно следить за этим процессом, мне важно внедряться в их жизнь. И плюс, конечно, параллельно я хочу реализовывать те проекты, которые у меня есть на сегодняшний день, и участвовать качественно в тех проектах, которые меня приглашают, невзирая на мою какую-то условную медийность. Для вас, смотрите, вы же очень долго были во всех этих топах. Топ-100 там, самых красивых женщин там, России, Украины, еще чего-то и так далее. Но насколько вы скучаете по всем этим? Да, потому что человек же существо очень социальное. Это первое. А во-вторых, ну... Я самодостаточный человек. У меня никогда не было потребности быть в каких-то вот в этих... Играться с этими, значит... Но это же не игра. Это абсолютная игра. Но Оля Бузова стала миллионером. Боже, слава богу. На том, что она просто показывает свою попу в скупальнике в Инстаграме. От этого, правда, от этого я удовольствия не получаю. Никакого бы, ни материального я не получала бы удовольствия, ни эстетического. То есть для меня это, ну, лучше уже я буду бедным человеком, чем буду за такой, за этот счет какие-то зарабатывать миллионы. То есть мне, правда, у меня есть другие ресурсы, внутренние ресурсы, за счет которых я, может быть, миллионы пока не зарабатываю, но прилично зарабатываю, достаточно прилично, мне хватает. То есть вот этого, потому что, знаете, я достаточно долго работала в театре и вообще неплохо знаю вот этот мир. И у очень многих женщин есть вот этот страх, да и не только у женщин из артистического мира, из любого. Поскольку ты становишься старше, да, ты постоянно, у тебя вот этот вот где-то там внутри, елки-палки, а как же будет потом, что будет через 5 лет, а что будет через 10 лет? Вот эти, знаете, сейчас грубо скажу, мысли о ликвидности, да, а они постоянно как бы в башке очень многих, есть очень мало женщин, которые... На самом деле, и они живут другой какой-то жизнью, которых это вообще не волнует. Потому что это даже волнует с точки зрения вообще просто там, оглядываются на тебя мужчины или нет. Это тоже ведь очень важно в жизни женщины. Что нет, не важно, правда. Вы счастливая женщина, вам нужно работать директором МГУ. А вот я такая суетная, мне всегда это важно. Кем я еще могу работать в этой жизни? Блин. А я очень тщеславна, мелко тщеславна, знаете, в этом смысле. Ну, моя природа такова, что я вообще
сейчас немножко исправилась, но я очень долгое время я обожала состояние одиночества. Я люблю состояние уединения. Для меня гиперважно свое личное пространство. Вот, поэтому... Но когда вы выходите из уединения, вам важно нравиться мужчинам, производить впечатление на людей, там, производить фурор? Неужели вам это не важно? Нет. Это не первый... То есть вообще это следствие, скажем так. Это не... Ну, это не то, ради чего нужно вообще жить и заниматься какими-то вещами. Но это то, ради чего, что очень, меня... очень неплохо. Понятно, что там, ты не живешь для того, чтобы на тебя Вася оглянулся. Но если Вася оглянулся, тоже неплохо. Разве не так? Смотря какой Вася. Тут вот, тоже это другое важно. Дело. Да, это другое дело, важно, да. Вот сепарация Васи, но это тоже опять-таки, важно. Опять-таки, для меня изначальный импульс – это кайфовать в том, в чем я живу, и что я для тебя, какую судьбу я себе строю. Для меня это важно. Если я кайфую, я вообще вот пришла там пару лет назад, я почувствовала, что, блин, знаете, вот ты пьешь вино какое-то хорошее такое, такое выстоянное вино, и ты вот его не глотаешь, там, стаканами. Долларов за 500 хотя бы. Неважно. Ну, то есть вкусное. Не будем говорить о том, сколько оно стоит, но вот оно такое... Там богатый вкус в этом вине. А ты его вот смакуешь, ты его попиваешь, чтобы ощутить вот все те краски, которые в нем есть. Да, вот эту всю палитру вкусовую ощутить. Я вот еще... Я поняла, что вот для меня и жизнь такая. Вот я... гурман этой жизни. Я наконец-то им стала, этим гурманом, который вот кайфует. Вот сейчас так, я ищу в этом состоянии то, от чего я могу получить удовольствие. Вот сейчас, ну, как бы, вот он карантин, а я ищу в нем не то, чтобы где бы обозлиться, там, какой-то испытать негатив, раздражение и так далее, а наоборот, извлечь из этой ситуации плюсы. Вы живете за городом? Я живу и в городе. Мы в основную часть времени мы живем в городе, вот, а летом, да, за городом. Стараемся. Сейчас жить. За городом, так понимаю, во время карантина. Городом, да. Слушайте, ну трое детей, это, я вам скажу, как это говорят украинцы, на переливке. Это достаточно сложно. Кто вам помогает вот, в воспитании детей? Старший сын уже... Старший сын уже вот скоро 18, он у нас практически сам по себе. Угу. Вот. Но он где-то учится и учится, уехал да. куда-то или здесь? Нет, здесь учится. Он здесь, да, все-таки под вашим присмотром? Ну, скажем так, у нас был... Сейчас же модно детей там 12-13 лет уже отправлять куда-нибудь в колледж в Британию, пусть они там уже сами себе живут. Ну, не готова я была к этому. Mm-hmm. Ну, в 13-14 лет точно нет. Вот ему когда было 16, он в 16 лет кончил школу, 11 классов. И у нас был выбор, скажем так, за границей учиться, потому что то направление, которое ему нравится, оно развито как раз, очень развито за границей. Там, это какое направление? В Европе киберспорт. Mm-hmm. Вот, и я Господи помилуй, нашла... что такое киберспорт? Наташа, не спрашивайте. Простите меня, дорогие зрители, но такая я отстала. Ну, это, ну, смотря в чем. Но это очень продвинутое сейчас направление, я могу сказать, я поскольку... Рома, ты знаешь, что такое киберспорт? Конечно. И вы знаете. Вот скоты, одна я тут не знаю ничего. Да, но очень такое продвинутое. Да. Очень денежное. Это футбол современного мира, где у людей миллионные контракты. И. А, все, я поняла, да. Это, всякие букмекерские дела. Нет, это компьютерные игры, все. Соревновательные. Все, я поняла. В танчике, там надо тратить. Да, можно да. потратить 30 тысяч долларов, можно выиграть, да, что-то понятно. Чемпионаты мира с призовым фондом, миллион долларов по команде, которая... Это все мы оставим, да. И так далее. Да. Для понятно. Это футбол современного мира. А, здорово. Так а вы не боитесь, что он вообще прямо уйдет в эту виртуальную реальность? И я знаю, кстати, очень многих людей, которым потребовалась помощь психолога вообще, чтобы жить нормальной жизнью в этом смысле. Вы знаете, Наташа, смотря на наше сейчас общество... Я знаю, девушка, которая чуть не развелась со своим мужем из-за этого. Практически каждому человеку сейчас нужен психолог. И это не зависит от того, чем ты занимаешься. Вот, поэтому...
Ну, в общем-то, но я его в 16 лет тоже не решилась отпускать, вот, потому что все-таки, ну, там были некоторые нюансы, на которые я не пошла. Ну, в 16 лет у кого нет нюансов? Нет, не у Игоря как раз были нюансы, а вот со стороны поступления там кое-какие были моменты, которые меня не устроили. Вот. А сейчас он учится? Учится, да. Учится где здесь? В Киеве? В Киеве. В универе где-нибудь? Да, в универе на курсе, на факультете психологии. Ну, отличный факультет. Ну, он сам себе выбрал. Скажите, вот у вас была непростая жизнь. У вас было много всякого, начиная от всяких женских вещей, да, там, то есть были у вас, так сказать, моменты, когда вы могли очень сильно волноваться в жизни, и в творчестве все было не всегда ровно, и в отношениях. Вы, знаете, когда женщина говорит, что у нее нет подруг, вот, это говорит о многом. Вот не в этом смысле, в котором мы сейчас решили подумать. Нет, я не имею в виду, что были женщины, которые уводили мужчину. Нет, ну это же как бы следствие непростого характера, сложного внутреннего мира и так далее. Вам самой когда-нибудь нужна была помощь психотерапевта или психолога? Психотерапевта. Когда-то давно, да, нужна была. У меня была аэрофобия. Связано? Очень сильная аэрофобия была. Это когда вы еще были в Виагре? Да, да. И что, как вам помогли? Я просто знаю, потому что у меня тоже была аэрофобия. Она у меня сейчас частично есть, но я много летаю, я ее преодолеваю каждый раз. У меня тоже частично осталось, вот я тоже так же преодолеваю. Мне было 22, по-моему, года мне было. Вот, и да, у меня была аэрофобия уже до физических недугов она дошла. Я поняла, что мне что-то нужно делать, потому что там советовали какие-то антидепрессанты, я категорически отказывалась и правильно делала, конечно. То есть я вот интуитивно чувствовала, что нет, это не мой как раз путь. И несмотря на то, что, кстати, вот я к эзотерике, психологии очень скептически относилась, хотя потусторонний мир, он меня с детства так вот... Влёк. Не просто даже влёк, он мне... Вернее, меня туда завлекали все время. Кто вас туда завлекал? Ну вот кто-то завлекал, да, потому что очень много интересных ситуаций в жизни было. И... Ну, например, расскажите. Ну, потом. Давайте про аэрофобию. Вот. И мне как раз вот Костя посоветовал двух психологов. Я вот к одному из них пришла, но тогда я была молода, неопытна, такая сырая девушка. И я настолько хотела каких-то вот этих внутренних изменений, я так хотела избавиться от этого безумного страха, что я, скажем так, доверилась. А специалист был сам по себе очень хорош. И все. Я через две недели перестала бояться. Так замечательно. Но потом, со временем, когда я вот родила вот Анечку, старшую дочь, потом Марию, конечно, вот у меня с детьми аэрофобия приходит. Ну, потому что, потому что пробивается аура после родов, после беременности. Конечно. Это все ясно. А еще с таким образом жизни, очень активным таким... Ух, такой прям выхрь всего происходящего. Это тоже накладывается. У артистов очень часто, практически всегда, насколько я знаю, есть проблемы с, с депрессиями. Всегда. Потому что они очень, собственно, вот эта именно эмоциональная неустойчивость, она и делает людей талантливых талантливыми. Ну, потому что это всегда ровен, одинаков, это же хорошо для жизни, но плохо для искусства называется. Были ли у вас проблемы там, с алкоголем, со стимуляторами, с наркотиками, еще с чем-то? Нет, а что? Ваше поколение употребляет девчонки. Скажите мне, что вы никогда не курили марихуану? Нет. Нет, у меня с этим проблем. Как раз у меня была депрессия в моей жизни тоже очень давно. У меня все время много лет проблемы со спиной. Вот. И я вспоминаю, как... я периодически хожу к специализированным массажистам, чтобы меня рихтовали, как я говорю. Я говорю, вы знаете,
А я все равно себя сейчас намного лучше чувствую, чем лет 20. Так вот я хочу сказать, что и психологически, конечно, совершенно по-другому себя чувствую, чем когда-то в те годы, когда у меня возникали те же депрессии. Но никогда у меня ни одна депрессия, она была всего одна, кстати, не приводила к методам утешения. Вот такого характера. А как же вы спасались? Люди же... Психолог. В этом случае, да, вот у меня был психолог. Угу. Потом, конечно, я очень люблю анализировать свою жизнь, все происходящее. И этот самоанализ своей жизни, он мне тоже очень сильно помогал. Вы сказали, что вас влекло в метафизику и в потусторонний мир. Расскажите какую-нибудь историю. Знаете, со мной было много таких случаев. Ну, во-первых, сновидения, которые я уже себя боитесь ложиться спать? Идентифицирую. Не боюсь, ну что вы. Я шучу. Я вообще, да, этот мир совсем не боюсь. Вот, например, в детстве мне очень часто снились сны и были какие-то даже видения. И вот однажды мне снился сон, как раз в этот период моя мама уехала за границу в Германию покупать машину. Она ездила на заработки, как, в общем-то, многие люди. И вот она заработала честно деньги, насколько это было возможно. И, в общем, поехала за границу в Германию машину покупать. Я осталась с родственниками. Я вот очень хорошо помню, как мне снится сон, она там, я в Волочиске, а мне очень многие сны снятся в деревне, в моей деревушке, там я, собственно, и родилась на диване, что мама лежит на такой длинной лавочке, укрыта такой черной тканью в разноцветные какие-то цветы. И непонятно, она жива, не жива. Ну, вот какое-то такое двуякое состояние вот во сне. И потом я как-то вот выбегаю из этой веранды, где она находилась, и оказываюсь в поле, а там разбросаны машины. Очень много машин разбросано. И я, конечно, вот в этом состоянии ужаса просыпаюсь ребенком. Конечно, этот сон никому особо не рассказывала, потому что, ну, кто знает, как это все вообще будут понимать. Ну и что случилось понимать. В итоге? Оказалось, что мама как раз в этот период находилась в полиции, потому что она купила машину, припарковала ее возле магазина, хотела купить мне какие-то вещи. И у нее украли эту машину. И вот, собственно, это был некий такой, ну, как какой-то, не знаю, своя интерпретация. И часто вам такие вещи сны снятся? Очень часто. Да? А, ну, то есть вы можете кое-что предвидеть уже? Кое-что. Ну, есть же у Фрейда теория снов, да, там много про это сказано. Сны очень разные просто бывают. Они бывают сны, которые отображают наше психологическое состояние. Оно может быть выглядеть в виде какого-то, ну, такого, знаете, мусора. Ну, понятно, да. Да, образно выражаясь. Могут быть, конечно, и вещи, и сны. А вот, абсолютно разного характера. Надь, мы уже почти в финале, и короткие вопросы, и короткие ответы. Есть ли у вас какая-то ролевая модель? Вот есть ли какая-то женщина, которая, как ролевая модель вам нравится? Ну, не знаю, что такое известных. Ролевая модель? Ролевая модель – это человек, внешне? На которого вы бы хотели быть похожим. Не обязательно внешне. Судьба, биография, отношение. Я бы хотела прожить свою жизнь без каких-либо моделей. Ну, то есть нет у вас никаких? Никакой. У меня, благо, есть возможность перевоплощаться в разных героинь. С кем вы дружили в Виагре? Были у вас там подруги? У меня подруг не было, но были душевные такие, ну, какой-то период. С кем вы могли поговорить? А кто у вас был вот такой душевный? У нас очень такие душевные отношения были со Светой Лободой, да. С Альбиной были, Джанабаевой тоже достаточно интересные отношения. С Аленой Винницкой тоже у нас такие были. Ну, Алена одна из первых была, по-моему. Вот как раз первый состав, да? Ну, как бы это же ничего не значит.
А жаль вам, что Алена не сделала большую карьеру? Она же талантливый человек была. Ну, все неоднозначно. Конечно, талантливый. Конечно. Ну, я не готова отвечать на этот вопрос. Мы, во-первых, давно не виделись, но вот тоже все очень неоднозначно. Самый дорогой подарок, который он делал мужчине, кроме детей, сразу скажу. Вы не говорите, что вы не помните, потому что вы ничего вроде как не помните. Просто я не считаю материальные подарки самые дорогие подарки. Самый дорогой подарок для меня – это любовь мужчины, безусловно, в первую очередь. Но потому что для материальные меня, подарки очень часто бывают эквивалентны отношениям женщин. Абсолютно не эквивалентны, потому что настоящая мужская любовь, во-первых, это редкий случай. Но когда она есть со стороны мужчины, это, конечно, блаженство. Женщина с таким мужчиной чувствует себя очень защищенной и очень окрыленной. То есть вам не кажется реалистично, знаете, многие психологи говорят, что чем больше мужчина вложил в женщину материальных благ, тем лучше он к ней относится. Это, конечно, и тем... Нет, это вы считаете, так, что это не так? Это такой абсурд на самом деле. Хорошо. Какую музыку вы слушаете? Какая музыка вам нравится? Разная. Я очень люблю классическую музыку. Меня в свое время вдохновило как раз вот на занятия академическим вокалом, хотя когда мне было 18 лет, мне на прослушивании вокальном есть такая исполнительница, она же и была и бэк-вокалистом, и очень такая интересная джазовая исполнительница, mm-hmm. и она и преподает. Я ее очень не знаю, как сейчас, но тогда она преподавала уроки вокала Наталья Гура. И вот mm-hmm. было у нас прослушивание, первый урок вокала. И вот она меня прослушала с Аленой и сказала мне, говорит, тебе оперу нужно петь. То есть у меня такой склоны к академизму, тембр голоса. Я тогда, при том, при всем, что я очень любила классику еще с детства, я не совсем всерьез отнеслась. И несмотря на то, что я помню, когда-то, будучи студенткой, я даже придумывала себе танец, увидев музыкальный фильм «Кармен». Я просто была потрясена от арии Хабанера из оперы «Кармен». Я искала эту арию по всему рынку города Хмельницкого, я нашла кассету. Вот. Но, несмотря на это, я, конечно, себя очень стеснялась в плане звукоизвлечения, я была не уверена в этом плане вот, в себе. И вот спустя буквально лет, наверное, 5, совершенно забыв о ее пророчестве, оно оказалось пророчеством, я очень серьезно увлеклась творчеством Марии Каллас. Я поняла, что оперу можно петь душой, потому что именно так она ее исполняла. И вот уже на тот момент, занимаясь преподавателем по вокалу, я ей однажды привезла партитуры, купив в Италии, потому что у нас их было очень сложно достать. Говорю, Люба, теперь мы будем петь оперу. То есть я уже у другого преподавателя сейчас занималась. Модно. Вот, поэтому я обожаю классику. Она дает возможность окунуться в духовный мир, в свой духовный мир. И у меня, конечно, глаз загорается, когда я слушаю классику. Я очень люблю французский шансон. Далида. Угу. Жак Брюль, по-моему, фамилия его. Даниэль Лавуа. Потрясающие есть композиции. Патрисия Касс, конечно. Я даже ее некоторые песни исполняю. То есть 80-90. Да. Я очень люблю романсы. Я люблю песни на испанском. Ну, такую вот именно классику. Знаете, сейчас такое модное слово «харассмент». Был ли он в вашей жизни? Что такое? Простите, это когда мужчины, когда мужчины, от которых вы зависите по работе, к вам пристают, вот, и у вас есть выбор делать карьеру, ну, ответить на эти приставания, делать, ну, сейчас же знаете, там, историю с Ванштейном, известным кинопродюсером и так далее.
когда вдруг актрисы, которые у него снимались, через 20 лет вспомнили, что, оказывается, им пришлось сколько с ним лечь. Хорошо вспомнили, да. Да, но, знаете, с женщинами такое случается. Сначала они соглашаются, делают большую карьеру, говорят, боже, он же меня обидел 30 лет назад. Это психология жертвы, раньше не могла сказать. Не-не-не. Да, психология жертвы. Сначала денег заработала, а потом вдруг... Вообще, психология жертвы, она очень распространена в принципе среди людей. Вот. Или вот это, знаете, бросание из одной крайности в другую, это, конечно, вот эта эмоциональность человеческая, она не дает возможности... Это понятно. Было ли у вас в жизни это? Харассмента нет, не было. То есть к вам никогда в жизни мужчины не приставали, не говорили, что вот если ты согласишься быть со мной, то тогда у тебя будет все в жизни? Ни разу такого не было? Ну, Надя, вы святая. Они по другому поводу приставали. По какому? Ну вот, просто ничего не дам, по поводу отношений, нет, по поводу каких-то отношений, ну не связанных с профессией. Но ничего не обещали. А мужчины шоу-бизнеса никогда ничего вот не приставали к вам? Мужчины шоу-бизнеса? Ну не знаю, продюсеры, еще кто-то там. Люди, от которых вы зависели по работе. Нет. Там телевизионные продюсеры. Нет. Здорово, как-то вы отпугивали мужчин, видимо, все-таки. А у меня, знаете, у меня в этом плане очень богатый опыт, и он тянется с глубокого детства, когда я просто очень рано физически развивалась, и я была очень энергетичная, как магнит, как этот мед притягивал этих пчел. Поэтому у меня Но вы же задали вопрос по поводу бизнес-отношений. Да. Вот я вам на него ответила. Но я к тому, что у меня очень выработан хорошо иммунитет. То есть я вообще, в принципе, людей считываю. То есть я как где-то... Ну, не рентген, конечно, но практически. То есть, и что касается мужчин, у меня, во-первых, есть свое видение, каких людей я хочу, в принципе, рядом с собой видеть в общении, например, да, в каких-то взаимоотношениях. Поэтому тут достаточно все четко и предельно для меня, во всяком случае, понятно. Поэтому большинство в моей жизни отсеяно людей, с которыми я не хотела бы общаться по тем или иным причинам. У меня есть свои какие-то позиции, принципы, ценности жизненные. Последняя книга прочитанная. Она еще не прочитана. «Сверхъестественный разум» Джорджа Диспенза. То есть вы все-таки тяготеете к этим всем темам? Ну, это не совсем эзотерика. Это уже, да, нет, это совершенно не художественное. Я к тому, что это не совсем эзотерика, это научно доказанные факты. Слава Богу, наконец-то наука начала идти параллельно с эзотерикой, метафизикой, назовем это так. Я недавно слушала интереснейший диалог между Дмитрием Быковым и Ильей Колмановским, по-моему. Один из них ученый, журналист, а другой, ну, Дмитрий Быков, понятно, поэт-писатель. И вот они рассуждали о том, есть ли сверхъестественное, есть ли Бог. И, ну, что мы только, знаете, как железо в компьютере, да, так и мы. А вы верите в то, что есть кто-то, кто там уже все предопределил и кто руководит нашей жизнью? Ну, не совсем все так просто, что кто-то предопределил. Нет, свобода воли, понятно, есть. Этот мир очень многослойный, как и, собственно, человек. Поэтому тут очень все... нужно серьезно разбирать, поэтому я не склонна к тому, что вот есть дядя Бог, папа наш Бог, там есть вот ангелы, все очень намного сложнее. Но, безусловно, во Вселенной есть какие-то силы, которые я часто в своей жизни чувствую. Что-то могу видеть, что-то не видеть, познавать, не познавать, но это, безусловно, существует, конечно. Если бы ваша жизнь была, вот, знаете, как лего, можно было бы что-то вынуть, а что-то вставить, что бы вы вынули, чтобы вы вставили туда? Глобально я довольна своей жизнью. Если бы я что-то оттуда вынула, было бы немножко по-другому. Да. Спасибо большое. Спасибо.